Государство будет поддерживать предприятия, которые внедряют экологически чистые технологии. Об этом сегодня Дмитрий Медведев заявил на совещании, где обсуждались бюджетные расходы в этой сфере. По словам премьера, и федеральные, и местные власти должны принять меры, чтобы на производстве было выгодно создавать условия для природосбережения. Глава правительства отметил, что вопросы экологии находятся среди приоритетных, и в следующем году на развитие наиболее перспективных проектов будут выделены дополнительные средства. Дефицит бюджета, макроэкономика для большинства людей – вещи довольно абстрактные. А вот качество воды и воздуха, хранение и переработки мусора, возможные опасные природные ситуации, те же самые лесные пожары, которых сейчас много – это действительно людей очень сильно волнует. И решать эти вопросы нам нужно сейчас. Мы не можем их откладывать на потом, имея в виду более благоприятную ситуацию с бюджетом. Практически в каждом населенном пункте, в каждом регионе есть свои экологические проблемы, связанные с этим риск для здоровья, для благополучия людей. Значительным пока остается накопленный экологический ущерб –